Кому из вас известна поговорка, кто использует в жизни такую поговорку? На Бога надейся, а сам не плашай. Бывает такое? Бывает. Я раньше тоже использовал, но было дело. Но сегодня немножко об этом. Когда мы говорим об этой недельной главе, как правило, мы перебрасываем параллели рыжей телицы, жертвы Машеха. И об этом много говорится, я думаю, будет говориться. Поэтому сегодня я немного хотел бы на другом сделать акценты. Давайте откроем 20 главу. Числа. Со 2 стиха. «И не было воды для общества, и собрались они против Моше и Аарона, и возроптал народ на Моше и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы...» И так далее. Продолжается ропот. Господь делает... Моше делает то, что и должен. Он идет обратиться к Господу, спросить совета у Всевышнего. И Всевышний ему дает определенное повеление. Он говорит ему, что «возьми жезлы, собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моше жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моше и Аарон народ к скале, и сказал он им...» Говорил ли Господь Моше делать именно так? Нет. Моше решает пойти таким путем. Он говорит: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моше руку свою и ударил в скалу жезлом своим 2 раза, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. Ну, вроде бы, казалось бы, ответ на проблему: вода пошла, общество напилось, скот напился, чего же более? Но произошло все это не так, как планировал Бог, не так, как этому должно было произойти, а в итоге Господь говорит, что за то, что вы не поверили мне, чтобы явилась святость моя пред очами сынов Израилевых, не видите вы народа, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в расплю сыны Израилева. Мерива, или в переводе раздор. Раздор, спор, битва, дрязга. Мерива, воды Меривы. Как часто мы оказываемся около вод Меривы? Когда нам хочется сказать: разве нам из этой скалы извести для вас воду? Послушайте, не Моше и Аарон делали это. Это делал Господь. Но почему они ставят вот так? Разве нам? Потому что в их понимании, я не думаю, что из большой гордости. Моше, написано, был кратчайшим человеком. Но Моше было проще установить такую вертикаль, но народ его не слушается. Народ творит, что хочет. А вот сейчас есть возможность показать народу, что есть определенная вертикаль власти, есть определенная система подчинения. И вот это искушение. А разве нам сделать что-то для вас? Не мы и не для вас, а Господь и для славы Его. И Писание говорит, в этот момент произошло разделение. Воды Меривы, или это место потом называется Кадеш, или освящение. Писание говорит, Господь явил святость свою. Мы иногда просим и молимся: Господь, яви свою святость. И это правильно, это хорошо, но святость — это отделение. Иткадеш, осветить. И вот освящение, отделение, он иной. Он не такой, как мы. И если мы не выбираем путь святости, то мы начинаем идти путем Меривы. И дальше получается цена.
А цена такова, 20, дальше в этой же главе. «И сказал Господь Моше и Аарону на горе Ору, пределов земли Едомской, говоря, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым». И это было в тот момент, когда вот они идут через Идумею, когда вот он Едом, и Моше посылает людей спросить у царя Едомского. Тот отказывает, говорит, нет, вы не пройдете через мою землю. Кто такой Едом? Вы помните, кто такой Едом, кто такие Идумеи? Исав, совершенно верно, это потомки Исава. Опять два пути. Путь Исава и путь Иакова. Два пути. И вот они снова сталкиваются, эти два пути. Путь Мериева и путь Кадоша, и путь святости. И этот путь, который закрывается, Едом говорит, нет, вы через меня не пойдете. И снова делать крюк. И на этом отступлении, на этой горе Аарон покидает Моше, старший брат, которого очень любил Израиль. И он уходит, потому что он не войдет в землю обетованную. И далее. И потом доходит до момента, когда уже начинает, когда снова Израиль приходит. Не научились. И снова приходит с тем же к Моше и Аарону. Почему там макароны с мясом давали, а у нас тут проблемы? Почему там было так хорошо, а здесь так плохо? Почему? И ведь объективно плохо. Но объективно пустыня вокруг. Ну, действительно, ну, по-человечески никакой надежды. 40 лет ходим в одном и том же непонятном состоянии. Знаете, тяжелее всего, когда ни да, ни нет. Когда ты ходишь вот в этом вот непонятном, взвешенном состоянии. И ты не знаешь уже, ну, будет у тебя успех или не будет. И вся жизнь похожа на такие вот маятник. То, знаете, как это, когда черная полоса сменяется белой, иногда идешь вдоль. И вот в этом состоянии народ снова приходит и снова говорит. И дальше вы помните, что происходит? Змеи. Приходят змеи, начинают кусать народ, народ погибает. И какое решение дает Господь? Знаете, я не видел ни в одном медицинском справочнике ни одного случая такого, чтобы от укуса змеи помогало взглянуть на медного змея. Это нерационально, это неправильно. Но так говорит Господь. И таким образом он ставит фильтр, крайний фильтр. А доверитесь ли вы мне, если я вам скажу такое? Может быть, где-то нерациональное и непонятное. Вы пойдете по моему пути или вы снова хотите выбрать ваш путь? Знаете как, мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем, максимум восемь. И вот народ Израиля, он снова стоит перед этим выбором, но выбирает идти за Богом. И они смотрят на этого медного змея. И что происходит дальше? Бог дарует им победу. И они забирают огромную область. И их жизни меняются. И вот теперь мы переходим на ту любимую всеми параллель. И мы идем снова к Голгофе. И там опять выбор. Путь Меривы или путь Господа. Когда Пилат выводит двух пленных, двух узников. И в новом переводе очень интересно сказано. Это Матфея, 27 глава, 17 стих. Варава, мы все знаем, да, кричали, Варава, Варава. Но он тоже, его звали, его имя было Иешуа. И когда собрались люди, Пилат спросил их, кого хотите, чтобы я вам освободил? Иешуа, сына Аббы, сына отца своего, или Иешуа, которого называют помазанником? Два пути. Какое спасение вы выбираете? Какое Иешуа вы выбираете? При переводе спасения это не имя, фамилия Иешуа Машиах. Это его роль, его должность, его путь, которым мы идем. Какой путь мы выбираем? Мы выбираем путь своими силами, своего отца, потому что отцы наши так делали, и мы так будем делать, потому что у него понятный путь революции у Варавы. Он выступал конкретно против Рима, а этот Рав непонятно чему учит, явно не собирается. Знаете что? Иуда и Петр тоже два пути. И вы знаете, что Иуда и Петр, они
по-своему были патриотами. Петр, когда приходит, решает присоединиться к Ишуа. Он присоединяется на волне, когда Ишуа ему говорит: «Хочешь стать ловцом человеков?» И это прямая ссылка на пророков. И это прямая ссылка на обетование об Израиле. Петр это слышит, у него срабатывает в памяти. Ага, я могу стать частью настоящего Израиля, потому что то, куда я пришел сейчас, я понимаю, что это еще не то, это не до конца, это не совершенно, это не окончательно. Я хочу быть в окончательном. И он слышит это, он ревнует об Израиле, он говорит: я пойду за тобой, я хочу быть ловцом человека. И Иуда, когда он делает этот поступок, вы помните, чем заканчивается до того, как он выпилил себя из этой жизни суицидом? Помните, он приходит к священнику и говорит: я предал кровь невиновного человека. Оказывается, если судить логически, позвольте мне такое предположение, что Иуда, он не хотел просто уничтожить Иешуа, он хотел подтолкнуть его к революции, потому что он не понимал, кто перед ним, он не понимал Божьего плана, но он думал: вот сейчас его схватят, я помогу, но он не решается, я помогу, я сдам его. И вот он, и тогда он провозгласит перед первосвященниками: ребята, власть поменялась. Или вот Пилат сейчас скажет, что хочешь, так царь иудейский, ты царь иудейский, ну все, мы тебя поставим сейчас наместником вместо всего того коррумпированного правительства. Потому что глаза его смотрели путем Миривы, а не путем Господа. Два пути. В нашей жизни всегда есть два, а то и больше вариантов, как поступить. Пойти путем человека, пойти путем своим, надежным, или довериться, может быть, менее рациональному и менее понятному, и менее привычному пути, но дарованному нам Господом. И как быть нам в таких ситуациях? Первое, конечно, это не роптать на Божий план, быть открытыми для необычных решений и никогда не выбирать Вараву. Второе, а если все-таки мы туда дошли, а Писание показывает, что, как правило, к сожалению, человеческая природа склонна идти именно туда, как до Курска и Орла война нас довела, и если мы уже туда пошли, то тогда мы вынуждены заплатить цену и без ропота продолжать идти дальше с чеком об уплаченной цене. Иногда эта цена высока, иногда приемлема, но всегда ощутима. Та цена, которую за нас принес сам Господь, дороже всего, что может быть. И я верю, если мы с вами ухватимся за эту цену и будем во имя Иешуа просить у Него ответов, каким путем идти, то Его Дух направит и поведет нас не путем Миривы, не путем раздора, а путем Его славы. Аминь.